Всем привет, дорогие друзья, мы начинаем с вами наше новое прохождение третьего Silent Hill. Конечно же, после грандиозного успеха второго Silent Hill, Team Silent не могла не выпустить третью часть. Но вот правда, превзойти второй Silent Hill уже не удалось ни одной будущей части. И не подумайте, друзья, это не мое чисто скептическое мнение, это мнение большинства игроков мира. Несмотря на это, конечно же, третий Silent Hill был высоко оценен игроками и критиками. Это все равно получилась потрясающая игра. В команде были небольшие разногласия. Ведущий разработчик второго Silent Hill считал, что нужно создать именно сложный психологический триллер в духе второй части. А вот ведущий разработчик третьей части хотел сделать именно страшный хоррор, считая, что во второй части события они развивались слишком медленно. Поэтому здесь, в начале игры, нас сразу бросают в пекло. Я, конечно же, придерживаюсь точки зрения именно разработчика второго Silent Hill, и считаю то, что все-таки нужно было прислушаться к нему и добавить поистине сложный драматичный сюжет. Но решили сделать хоррор, именно в духе первой части. Несмотря на это, третий Silent Hill, он все же является достойным продолжением первой части. Поэтому я все-таки всем рекомендую, прежде чем смотреть третий Silent Hill, посмотреть мое прохождение первой части. Потому что сюжет в третьей части, хоть он и простой, и его совершенно спокойно может понять любой и каждый, он действительно не сложный, не запутанный, как в первой части, но все же, чтобы знать предысторию всех персонажей, предысторию этого мира, я крайне рекомендую, друзья, посмотреть именно первую часть. Потому что вторая часть — это у нас такая отдельная история была. А вот первая часть, она связана с сюжетом. Но решайте сами, я никого не заставляю. Но крайне рекомендую. Поэтому, друзья, начинаем наше прохождение третьего Silent Hill, новая игра. Ну и, конечно же, уже по традиции мы проходим все Silent Hill'ы на самом сложном уровне. Мы прошли так первую часть, мы прошли так вторую часть. И, конечно же, пройдем также и третью. Сложность сложная, и сложность загадок тоже тяжелая.
Итак, друзья, события третьего Silent Hill стартуют спустя 17 лет после окончания первой части. И, насколько я знаю, игроки даже не догадывались об этом. То есть изначально, до выхода третьей части, никто не знал, что это будет продолжение первой части игры. И сюжетно здесь, по идее, это раскрывается намного позже. Но я надеюсь, то, что вам ничего не испортил. Те, кто еще никогда не играл в третий Silent Hill, то, что я рассказал вам, такой небольшой спойлер в самом начале, но думаю, то, что это никак бы не повлияло вообще. И оказались мы с вами в Lakeside Amusement Park. Знакомое место, да, друзья? В первой части мы здесь с вами катались на каруселях. Прекрасно отдыхали в этом чудесном парке. Так, ну что же, давайте осматриваться. Кукла кролика. Нет, это костюм. Там внутри кто-то есть? Похоже, что есть. Но я не очень-то хочу проверять. Так просто потыкай ножом. Если польется кровь, значит там кто-то есть. Карта. Карта нам поможет. Огромный щит с картой. На север. Да, если я пойду туда, куда стою сейчас лицом, я доберусь до американских горок. Это парк развлечений? Ну, судя по всему, да. Неужели тебе не весело? Смотри, как здесь здорово. И что это? Что-то странное в этой клетке. Человек? Не совсем. Я не особо хочу стоять и пялиться на это, чтобы это ни было. Кстати, похожие клетки были тоже в первой части. Потрясающий парк. Идеальное место, чтобы отдохнуть всей семьей, развеяться. Ну, давай, посмотри на него еще раз. Это огромный костюм кролика. Почему он здесь? Вообще, друзья, кролик является визитной карточкой третьего Silent Hill. А вроде бы это кролик Робби. Так его зовут. Так, что у нас здесь еще есть интересного? Попкорн. Это лоток с попкорном, но здесь никого, чтобы торговать. Куда все ушли? Ну, наверное, там, где продают более вкусный попкорн. Мокрый пол. Мокрый от крови пол. Кто-нибудь уберите уже эту кровь. Не дают даже в туалет сходить. Да, еще один огромный костюм кролика. Ладно, думаю, здесь ничего больше интересного нету. Идемте дальше. Ух ты, пёса, привет. Но с тобой я не хочу знакомиться. Здесь есть гораздо больше всего интересного. Вообще идет сразу схожесть с первым Silent Hill, потому что первый Silent Hill, он тоже начинался именно в альтернативной реальности. Так, какой-то магазинчик. А здесь коробки с печеньем и шоколадом. Я люблю все это, но мне совершенно не хочется есть. Это здесь и сейчас. Но почему бы и нет? Это же печенье и шоколад. Ну что ж такое-то? Тоже печенье и шоколад, обалдеть. Одно печенье и шоколад. Тут много разных фасонов на выбор, но мне действительно ничего не нужно. Я сваливаю из этого жуткого места. Если бы тут были какие-нибудь полезные инструменты, тогда, может быть, я бы еще и подумала. Ну, возможно, мы что-нибудь найдем. Зачем сразу сваливать? Может быть, есть что-то интересное. Здесь ряд рубашек для распродажи. Я не думаю, что они мне как-то помогут. Кстати, в игре очень много одежды, но все они как бы недоступны и водятся кодами различными. Либо при повторном прохождении. Вообще все дополнительные вещи, как и в остальных Silent Hill'ах, оружие и так далее, они открываются при дополнительном прохождении. Ну, у нас первое прохождение, поэтому ничего такого не будет. Здесь даже можно достать костюм Sailor Moon. Господи. Просто изначально думали, что новым персонажем будет опять мужчина. Но решили
как так? Во всех сериях мужчина — это главный герой. Нужно сделать женщину. Поэтому Хизер, так ее зовут, это единственная девушка, главная героиня во всех частях. Не считая, конечно же, Марии во второй части. Небольшого дополнения к тому же. Так, ладно, отправляемся дальше. Ой, привет, ты такой здоровый. Ну, мы сейчас, друзья, с вами посмотрим, ну, наверное, наполовину всей фауны третьего Сайлент-Хилла. Сколько вас здесь много, а у нас один нож. Как-то громко, ужасно громко. Скорее бы этот кошмар кончился. Есть у нас такие вот летающие существа даже появятся. Ну, хотя они были в первой части. Птеродонты, о да, я помню тех самых птеродонтов. Вот они, американские горки. Правда, вот вагонетки нету. Поэтому придется идти пешком. Зато здесь довольно спокойно. Какие-то звуки хорошие. Мне кажется, кого-то едят. Ух ты, спокойно, спокойно, Хизер, ты что? Nightmare. Dad, it's me. Yeah. Sorry I didn't call sooner. Yeah, I guess I was. Anyway, I'm coming home now. Oh, I didn't get that thing you asked me to. Okay. Okay, I will. I love you too, Dad. Heather, I need to speak with you. My name is Douglas Cartland. I'm a detective. A detective? Really? Well, nice talking to you. Hold on. There's someone that wants to meet you. Just let me have an hour. No, half an hour of your time. My daddy always told me not to talk to strangers. This is very important. It's about your birth. I'm not interested. Are you still following me? Do I have to scream? Sorry. I'll wait here. Еще один персонаж, друзья. Дуглас.
Вообще, персонажей в третьем Silent Hill очень мало. Из-за этого и сюжет не особо богат. А всего около 4. Считая именно главной героини. Поэтому здесь особо не разбежаться. Так, и он является каким-то детективом, который явно следит за нами. И этого совершенно не скрывает. Поэтому мы удачно с вами скрылись в туалете. Знакомый знак. Знак на этом зеркале, он почему-то выглядит таким знакомым. Откуда я его знаю? Где я его видела? И почему мне так болит голова, когда я пытаюсь это вспомнить? Это знак сохранения. Конечно же. Который потом использовался и в остальных Silent Hill'ах. И стоит отметить, конечно же, просто великолепнейший саундтрек от Акиры Ямаока, великого игрового композитора. Конечно, во втором Silent Hill было гораздо больше отличных саундтреков, но здесь их тоже достаточное количество. Особенно этот утром доставляет его включать, и как бы под рассвет особенно прекрасно. Тук-тук-тук. Похоже, там кто-то есть. Откроешь? Да, там занято. С моей стороны стучать невежливо. Эх, ну да, действительно. Ну ладно, давайте выбираться. И я думаю, то, что вы заметили прекрасную анимацию во время роликов. Как и во втором Silent Hill, здесь использовался полный motion capture всех движений персонажа. Конечно, руки у них какие-то немножечко там, странные, но все равно движение рук именно и пальцев. А так игра вышла в 2003-м, то есть через год фактически после второго Silent Hill. Это поразительно, то есть технологии, они действительно уникальные были. Грузовик. Что ж, это может помочь. Может, мне стоит просто побродить тут пока... ладно, забыли. Но как эта машина припарковалась тут? Действительно, как-то мужик все-таки смог заехать сюда. Я просто здесь подольше прожу, чтобы послушать уникальную музыку. Так, ладно, это какие-то подсобки у нас. Можно, конечно, проверить каждую дверку, но обычно здесь все заперто. Но нет, что-то открыто. Господи, какая тут грязища, а? Это торговый центр, господи, посмотрите на это. Это же кошмар. И все закрыто. Как будто бы вечер уже. Милашка. Повезло. What the hell is this thing? Хотя первая ее реакция, она действительно немножечко странная. То есть она заходит, видит пистолет какой-то, валяется везде кровь, там сразу нужно взять пистолет. Ну, как бы с одной стороны это логично, но с другой стороны
кому может принадлежать этот чертов пистолет. Потом на тебя все просто доказательства повешают, и все. Вдруг какое-то убийство. Это однозначно не человек. Я никогда не слышала о таком животном. И это, конечно, не может быть костюм. Кто знает? Сумасшедшая мысль, но монстр — единственное слово, описывающее это. Но я не думаю, что я сумасшедшая. А вот я бы проверился после этого. Так, ты выпустил всю обойму, и даже поражаясь, как тебе удалось с одной обоймы его завалить, удивительно. Я вот всегда говорил то, что мне нравится облик монстров именно в пятой части, потому что он именно приближен к западной аудитории, а вот у японцев немножечко странный вкус на монстров. Конечно, многие из них, вот особенно во второй части, они легко объяснимы, их облик. Но он все равно очень странный. Мне как бы облик монстров больше нравился именно в пятой части. Хотя он довольно ужасен. Я вижу, что она мертва. Мне нужно вызвать полицию? Вряд ли они поверят, если я скажу, монстр убил кого-то. Но если здесь есть труп, то наверняка поверят. Так, полочки, полочки, я помню. А, мы патроны-то взяли, да, с вами? Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Там? Нет патронов? Или я уже зарядил? А, ну да, уже в обойме. Я просто уже не помню, здесь вроде как бы лишали патроны. Я уже заговорился и не помню. Так, а что у нас? Это раздевалка, мне незачем заходить внутрь. Ну как же? А, ну да, вдруг там еще один монстр переодевается. Так, ладно, пойдемте. Короче, карандашей. На прилавке нет ничего привлекающего внимания. Ладно, ладно. А, в игре можно сохраняться на быстрое сохранение. Это доступно, как всегда, в PC-версиях. То есть это халява. Обычно всегда сохранение по точкам в Silent Hill'ах, но мы можем сохраняться и на быстрое сохранение. Я не помню, использовал ли я его в первой части, но... Ладно. По-моему, я там отказался от этого. Так, карта. Вот такой вот огромный центр. Шоппинг-центр. Огромное количество дверей. Вспоминая второй Silent Hill, думаешь, господи, мне придется зайти в каждую. Но на самом деле нет. Половина всех этих дверей, да даже 75%, они все закрыты. И этот центр, он проходится очень быстро. То есть там несколько этажей есть еще, если взглянуть на карту. Так, нет, это с приближения. Вот второй у нас этаж. Третий этаж, то есть огромный центр. Но мы его быстро пройдем, я думаю, то, что за две серии точно. Если, конечно, поторопимся. Ух ты, какая милашка! Ой, не бей меня! Ну и как обычно, сражаться мы, друзья, будем крайне мало. Мы больше будем бегать от монстров, как это делали во второй части, потому что их много, а патронов всегда мало. К тому же, в третьей части монстров стало еще больше, даже чем в первой части. Так, и это у нас Helen Bakery. Здесь у нас пекут хлебушек. Это хлеб. Но я не особенно голодна, так что думаю, об этом можно не волноваться. Ну как же такой хлеб? Ну просто... ароматный, вкусный. Я взяла щипцы. Пригодятся. Это хлеб. Понятно. Тут такие просто булочки, такие вкусности здесь, ну, просто поразительно. Такие пончики, вы посмотрите на эти пончики, даже пицца есть. Обалдеть. Обалдеть. Good taste. $3 одна буханка хлеба. Слушайте, погодите-ка, один такой багет $3. То есть по нашему курсу... Ничего себе цена-то! Ну, конечно, это раньше был курс, но... Так-то обалдеть. Helen's Bakery. Здесь объявление. Хрустящий жареный хлеб прямо у ваших дверей. Продается все. Пекарня Helen. А почему называется пекарня Helen? Скорее всего, друзья, это пасхалка, потому что изначально героиню хотели назвать не Хизер, а Helen. Но потом подумали, что это слишком старомодно, и решили более такое современное имя взять.
Я чувствую, кто-то ко мне там подбирается. Ну ладно. Ой, привет, парень, ты меня ждал, кстати, можешь ударить? Бьют не больно, но лучше не рисковать. Пёс, привет, вкусняшку кушаешь? Слушай, отдай-ка мне вкусняшку. Ой, нет, уйди. Что мы там взяли-то с вами? Так, по-моему, мы взяли еду для собаки. Вроде это воруши, что ли, да? А, кстати, не помню, где это находится. Там вкусняшки для собаки были. А, может быть, в запасах, кстати. Да, вот они. Вяленая говядина. Обработанное сушеное мясо. Иногда этого достаточно, чтобы отвлечь монстра. Иногда, кстати, ведутся, иногда нет. Это мне напоминает именно... как же игра-то называлась? Пенумбра. Там тоже нужно было отвлекать. Сломано. Отлично. Лечебный напиток и патроны. Так, еще одно сохранение. Ну, допустим, мы будем сохраняться. Это похоже на магический круг, о котором я читал в книге о черной магии. Он кажется таким знакомым. Потому что я читал о нем в книге? Нет, не то. Это не из книги. Это с алтаря. Алтарь? О чем я думаю? Действительно, о чем ты? Какой алтарь? Сохраняемся. Что у нас здесь? Что-то завалилось под доску. Я думаю, может, это ключ? Если бы мои руки были чуток подлиннее, я, наверное, достала бы. На доске груда картонных коробок, забитых книгами. Нужно надорваться, чтобы сдвинуть такой тяжелый груз. Действительно, такой тяжелый груз. Ну, просто свали ты коробки, либо же убери ты оттуда книги. Но нет, все гораздо сложнее. Это же Silent Hill. Используем щипцы. Я взяла ключ. Так, что за ключик? Изучить. Изучить. На ключе есть бирка с надписью «Мои бестселлеры». От книжного магазина, видимо. Так, есть что-то еще? А здесь куча коробок, но не похоже, что внутри есть что-то полезное. Как всегда. Так, ой. Монстры, монстры. Блин, ну камера, конечно, неудобная, но все равно приходится как-то против монстров бегать. Один нехороший ударил меня. Я бы даже сказал, что в каком-то даже случае камера во втором Silent Hill, она была даже более удобной. Но на самом деле здесь можно сделать точно такую же камеру. Так, монстр. Господин монстр, а хотя нет, оставайтесь там. Я нашел нужный магазин. Книжный магазин. Не вижу в этих книгах ничего интересного. Обычные книги, которые можно купить где угодно. Что, какая здесь коллекция? Наверняка куча просто пасхалок и отсылок. Ну, названия и даже картинки хорошо видно. То есть, я думаю, каждый здесь что-то найдет. Ну, 100% есть различные пасхалки. Так что поищите. Так, о, господи, какой беспорядок. Я взяла собрание сочинений Шекспира, первый том. Четвертый том. Второй, третий, пятый. Допустим. Наши лучшие бестселлеры. Господи, ты не любишь бестселлеры. Как же так? Патрончики, вот это я люблю. Так.
Угу. Только для персонала. И, друзья, в Silent Hill 3 просто ужасно сложные загадки. Во втором они были непростые, но в третьем они действительно очень сложные, особенно на таком уровне сложности. И разгадать их порой, ну, невероятно сложно. Так, собрание сочинений Шекспира. Можно, конечно, изучить их, даже нужно, я бы сказал. Это поможет вам. Я не сильно люблю сентиментальные сопли вроде Ромео и Джульетты. Понятно. Такая у нас типичная девочка-подросток. Так, эй, как же так? Не понял, а почему ты не хочешь двигать? Это Король Лир. Никогда не читал. Понятно. Есть строчка из Макбета, которую я не могу забыть. Жизнь — это только тень. Комедиант. Поясничающий полчаса на сцене и тут же позабытый. Ясно. Ну, знаешь, она все-таки читала Макбета. Это Гамлет. Никогда не читала. Понятно. И Отелло. Кажется, я читал это, но забыла сюжет. Понятно. Ну, в общем, у нас есть 5 книг Шекспира. И здесь есть очень трудная загадка, на самом деле. Давайте ее разбирать. А здесь разыгралась трагедия. Будь ты игрок, а ли зритель. Будь же кем можешь, исход все один. В любом случае, все идут к смерти. Это, друзья, у нас просто строчка, она никак на разгадку не влияет. Первые строки по твою левую длань. Фальшивое безумие, танцующий, душевнобольной. Слышащий слова, неслышимые, растянувшийся у могилы возлюбленной. И там, возможно, наконец-то настоящее безумие. А здесь начинается разгадка загадки. Итак, у нас есть там небольшая полочка, на которую нужно поставить книги в определенном порядке. Нам нужно определить какие-то книги. Итак, по твою левую длань, значит, нам нужно начинать будет с левого края. А остальные намеки, это все идет у нас как раз-таки на Гамлета. То есть про безумие, про любовь, это явные намеки на Гамлета. Как сделал тот, игравший смерть, нашел он истинную смерть в конце. Убив возлюбленного безымянного, она пронзила свое сердце скорбью. Это, друзья, у нас, конечно же, Ромео и Джульетта. Призывает ли ложь истину и надевает ли правдивость маску фальши? Ах вы жалкие, несчастные все вы. Это у нас идет Отелло. Все еще среди лжи, хотя конец прийти не желает. Зачем же томиться о смерти? Позаботившись ли о своем возлюбленном? Правды и неправды, жизнь и смерть. Игра, что обращает черное-белое, и черное делает белым. Это у нас Король и Лир. И последнее. Разве не более прекрасна тишина, наполненная до краев любовью? Чем лесть и подхалимство. Спокойный сон не предпочтительнее ли трона, запятнанного кровью. Это у нас Макбет идет. А дальше, друзья, идут еще две подсказки, но пока что они нам ничего не скажут. Давайте смотреть. Так, правда, где тут были полочки-то, я не помню. Где-то здесь, да? Вот здесь вот. Только здесь есть свободное место. Мне нужно просто выложить в ряд книги, которые я подняла с пола. Кстати, можно, в принципе, не выкладывать. Можно просто на бумажку записывать. Это не обязательно. Так, для начала, конечно же, у нас шел Гамлет. Это была у нас вроде 4-я книга, получается. Они еще не подписаны, этим и плохо. Куда поставить книгу? Итак, 4-е сочинение мы ставим сюда. Потом у нас шел Ромео и Джульетта, это была первая книга, вот сюда. А потом Отелло, это была 5-я книга, вот сюда. А потом Король и Лир, это у нас была 2-я книга, вот сюда. И потом Макбет, это была 3-я книга. И у нас получается якобы код, то есть 4, 1, 5, 2, 3. Но это еще не вся загадка, то есть записываем код 4, 1, 5, 2, 3. Дальше читаем. Нет, ты прочитай записку, пожалуйста. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть.
Вот, дальше идет следующие подсказки. Один мститель пролил кровь за двоих. Двое молодых за троих пролили слезы. А, ну давайте поначалу. Один мститель пролил кровь за двоих. То есть, друзья, это у нас намек на Гамлета. Значит, то, что один мститель пролил кровь за двоих, мы должны первую цифру умножить на 2. То есть 4 мы умножаем на 2. Получается у нас 8. Двое молодых за троих пролили слезы. Это у нас идет отсылка на Ромео и Джульетту. То есть за троих пролили слезы. Значит, вторую цифру мы умножаем на 3. Получается 1 умножить на 3 — 3. Таким образом, пропали 3 ведьмы, и только 4 осталось ключам. У нас слишком много цифр в этом коде. Получается у нас 8, 3, 5, 2, 3. Одна цифра лишняя. Ну вот, таким образом пропали 3 ведьмы. То есть последнюю тройку нужно убрать. И только 4 остается ключа, то есть 4 цифры. Ах, но воистину, здесь разыгралась трагедия. Будь ты игрок, а ли зритель. Нет ни единого, кто мог бы избежать судьбы. Не стать ее марионеткой или зрителем, выглядывающим в клетку. В общем, очень, друзья, сложная загадка, особенно для начала игры. Но, тем не менее, такие вот загадки будут и дальше. Получается, у нас код 8, 3, 5, 2. Замок открыт. До этого действительно сложно догадаться. Если первая часть решается еще нормально, то вторая часть действительно сложная. What's going on? Where is everybody? Those weird monsters? They have come to witness the beginning. The rebirth of paradise, despoiled by mankind. What are you talking about? Don't you know? Your power is needed. How should I know? I am Claudia. So what? Remember me, and your true self as well. Also, that which you must become. The one who will lead us to paradise with blood-stained hands. Claudia, right? Did you do all this? It was the hand of God. Wait! I don't get it. What does she want me to remember? Ну и сразу мы знакомимся с третьим персонажем, это Клаудия. То есть уже познакомились с тремя персонажами. Остается последний, и все. Больше в этой игре никого не будет. Какая-то ненормальная сумасшедшая проповедница. Забудем ее, просто забудем. Так, лифт. Сейчас, как во втором Silent Hill, нам начнут задавать различные загадки, и мы выиграем какой-нибудь приз. Я прям чувствую. Что, неужели нет? Были такие хорошие загадки, такая прекрасная музыка. Радио. Ну, конечно же, без радио Silent Hill — это не Silent Hill. Радио? Какого черта оно упало с потолка? Во всяком случае, это объясняет те помехи, что я слышал раньше. Но оно издает только помехи, потому что оно сломано. Все нормально, Хизер, так и должно быть. Я взял радио. Be.
Not even a kid could believe in this. But when am I going to back up? Хотя да, есть ведь еще один персонаж. Но с ним мы познакомимся немножечко попозже уже. Хотя вы его только что видели. Так, давайте здесь укроемся, друзья. И я думаю, то, что на этом мы с вами завершим нашу серию. Вот такое вот небольшое знакомство с третьим Silent Hill'ом. Как вы видите, нас сразу просто бросают в пекло, и мы должны сражаться со всеми этими монстрами, причем с кучей монстров. Совершенно различных видов. Вот так вот разработчики решили в этот раз подавать сюжет. На этом, друзья, все. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Тестлер. Увидимся с вами в следующих сериях. Всем пока.